Всем привет, дорогие подписчики и гости канала, с вами снова Зарбаба, мы продолжаем проходить игру Total War Warhammer. Ну что ж, мы с вами продолжаем играть за гномов. Воюем сейчас полноценно на севере, потому что из противников у нас пока только осталось последние две расы, это скеллинги и варги. Но еще есть узлы на башке, но я думаю, их, возможно, имперцы раздолбят. У нас пока идет, улучшаются дружественные отношения, это хорошо. Я, правда, не знаю, сможем ли мы с ними договориться на что-нибудь еще. Пока нет. Пока, к сожалению, нет. Ну, да ладно. Давайте пойдем армиями нашими. Значит, ты у нас... Блокирование магии. Давай попробуем заказное убийство. Неудача. Ладно, следующий. Кстати, следующий. Там есть какие-то сюжетные задания. Тана в следующей провинции. Но это пока у нас, по-моему, был не Тан. Ты же у нас не Тан? Да вроде бы не Тан. Нет, атакователь рун. А ты у нас тоже атакователь рун. Вот, по-моему, у нас Тан. Да, точно, это Тан. Поэтому пока давай пробуем тебя. Тебя пока куда-то сюда переправляем. Так, с атакователем рун разбираемся. Значит, доспехи это... Переместить любого персонажа в следующий регион Зойшенг. Это у нас где? Это у нас вот здесь. Любого персонажа. Давайте мы здесь наймем какого-нибудь лорда. Кто у нас денег не стоит. Вот, допустим, ты. И тебя отправим сюда. Вот и все. Так, здесь, значит, Тана... Восточная Сильвания. Идти далеко. Но сейчас мы сюда Тана и отправим. Потому что Тану там делать нечего. Надо сначала выполнить сюжетное задание, потом уже будем таскать куда захотим. Куда-то сюда надо будет. Ага. Ну, примерно пока вот так походит. Так, ты у нас... Так, пока держим в окружении. Отличненько. Дальше ты у нас... Рорек. Рорек восполнил свои потери, поэтому через туннель отправляем именно его сюда. Так, Торгрим злопамятный... Тебя через туннели. Давай сюда. Хотя давай, наверное, тебя сюда. Да. Отлично. Так, ты у нас где? А, ты у нас держишь поселение в осаде. Ну ладно, пока подержи. Там дальше посмотрим. Так, ты у нас разрушил. Молодец. Тогда тебя переводим в режим лагеря, чтобы ты восполнял свои потери. Ну и ты у нас... Пока восполняешь потери, еще один ход. Но я думаю, тебя надо будет сейчас переправить к нашему Торгриму поближе вот сюда. Вот так вот. Пока так. Строить... Строить вроде ничего нам не надо. Ну, замечательно. Замечательно. Поехали дальше. Так, развертывание войск. Ну, здесь мы делаем авторасчет.
Так, поселение в осаде-то мы взяли. Битва, решительная победа. Так, пошли по армиям опять, как всегда. Так, я тебя не могу, к сожалению, с тобой ничего сделать, поэтому мы тебя переводим, наверное, куда-нибудь... Ну да, сюда куда-то. Тебя сюда же, вдвоем там будете. Так, наш Тан, наш великий Тан. Тебя давай пока сюда. Так, сты. А если бегом тебя? Это же быстрее будет. Все равно там нет ни боевых потерь. Так что нормально. Вот и все. Задание выполнено. И есть сюжетное для нашего Торгрима Злопамятного. Доспехи Скальдура. Это у нас происходить будет вот здесь. А с кем мы будем драться? С троллями. С троллями. Ладно, можно будет, в принципе, и подраться, почему бы и нет. Так, дальше. Кстати, тебя надо будет пнуть. Отдыхай. Так, ну что, давай завоевывать. Ну и... Кусачий клинок. Замечательно. Так, в режим. У тебя есть навык. Замечательно. Так, прокачиваем здесь громобоев. Так, ну в принципе с тобой пока все. Ты у нас продолжаешь идти сюда. С этой стороны севера. Торгрим Злопамятный, кстати, готов. Наверное, скорее всего, мы его переведем в режим именно боевой. По сюжетке пойдем. Так, ты у нас пока что. Так, давай, бери поселение до конца. Так, отличненько. Тебя также в режим. И навык. Сплочение. Замечательно. Так, ну и что? Ты у нас еще пока восполняешь потери. Восполняй. Ты у нас... Тоже тебя переводим в режим лагеря. Восполняй потери. Армию походили. Строить горы великанов только у нас. Отлично. Вроде пока строить нам больше ничего не надо. Так, ну что, берем с вами нашего Торгрима Злопамятного, переводим в режим. И по сюжетке доспехи Скальдура. Так, вот оказывается, как перетаскивать знамена. Постоянная способность мерцающих рук. Это улучшение, постоянная дисциплина. А у кого проблема с дисциплиной? У этих 107. 108. 107. 83. 83. 65 вообще понижено. Вот давай-ка тебе мы дадим. Вот. Так, а этот знамя пугало. А это влияет на противников. То есть на мою дисциплину, наверное, это никак не должно повлиять, правильно? ...75. Ну, попробуем поставить. Да, никак не влияет. И по идее, смотри, да, развертывание войск пока не в мою пользу. Но здесь одни только тролли. Класс. Соответственно, в принципе, мы можем
сразу свои эти автожиры-бомбовозы отправить на противника, почему бы нет? Поехали. It is time for a call, my kin. The creatures of Troll Country are nought but a nuisance. A menace to be laid low. To the slayers, I say, chant your battle hymns of doom. Fulfill your oaths and seek glory in death. To the rest of the throng, I have studied the pages of the Damas Cron and found many, many entries of trolls, giants, and other fell things attacking dwarven families, stealing our treasures, and destroying our holds. These creatures are descendants of those perpetrators, and the debt stands with them. Destroy these monsters. Bring them down like rotten algae trees, so we may raid their filthy lairs and reclaim lost heirlooms that belong in Karazakarak. This is my edict as High King. Kazukan, Kazakit, ah! Какой серьезный у нас Торгрим злопамятный. Итак, противник у нас с этой стороны. Значит, наши автожиры-бомбовозы на циферку 1. Лучников. Ну, давай, наверное, поближе поставим. Почему бы нет-то? Эй. Вот так вот. Вас. Вот так вот. Вас. Вот так вот. Так, вас вот так. Вас. Да куда ж ты, ну? Не, не получилось немножко. Вот так вот. Так, лучники, значит, у нас будут под циферкой 3. Дальний бой под циферкой 4. Значит, Торгрим злопамятный. Сюда. Ты у нас сюда. Ты у нас вот. А в чем проблема? Забияк поставить почему-то нельзя. Хе. Ну пусть будут вот так стоят одни. Одни вот так стоят. Одни вот так. Так, 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 так. Это у нас номер 4 пусть будет. Так, а вы у нас номер 3 пусть будете. Так, сты у нас сюда. Почему-то сюда поставить нельзя. Так, тебя сюда. Тебя сюда. Ну, в чем проблема-то? Спасибочки. Так, ты у нас будешь номер 5, а ты у нас будешь под 6. Эй! Ctrl 5. А ты у нас будешь Ctrl 6, не путайся. Ну, вроде пока все. Так, автожиры, бомбовозы, кстати, надо вас тоже перетащить. Че это у нас тут будете странно как-то стоять? Нет, давай сюда. Ну, поехали. Так, отличненько. Понеслось, значит, двоечка. Сюда. Троечка сюда. Единичка. Давай начнем с этих. Кстати, вас надо будет в режим перестрелочки. Ну? Долбят, 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 долбят. Ну как-то мои лучники, что-то я не вижу, чтобы они стреляли вообще. Подкрепление. Да подкрепление фиг с ним. Так, одни смылись. Замечательно. Так, это лучники у нас, ребятки, справились, молодцы. Так, дальше. Давай сюда.
Ну что? Ты сюда. Ты сюда. Ты сюда. Ты давай сюда. Ты сюда. Нет, ты давай вот сюда. Ты давай сюда же. А ты у нас давай на главаря. Главаря же надо тоже замочить. А то... Нафига он здесь стоит? Так, ладно, давай вот этого великана. А то он нам сейчас проблем тут создаст. Те пока дойдут. Это все фигня. Они сейчас и вернутся. Поэтому по барабану на него абсолютно. Главное, что этого вот великана завалить. Он, конечно, здоровый парень. Но завалить его надобно. Так, эти еще одни бегут. Лучники, давай сюда. Если великан побежит, замечательно, пусть бежит. Так, вас сюда надо мочить. Мочить, мочить, мочить его. Но он до конца дерется. Вот в чем еще минус. Лучники. Долбим, 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 долбим. Так, ну они сейчас могут вернуться. Вот если только их не валорда завалить. А, великан не добежал. Отлично. Так, ну какие-то что-то тут передумывают. Вот это хорошо. Вот это замечательно. Куда вы бежите? Вот оно, алло. Подкрепление на подходе. Подкрепление мне по барабану сейчас абсолютно. Ага. С этой стороны. О, они еще и с этой стороны подбежали. Так, лучники. Дальний бой. Так, вас сюда, наверное. Четвертый, пятый. Все сюда. Я так, если честно, не понял, лорд-то побили мы его или не побили? Что-то как-то не было сообщения о том, что вражеский лорд мертв или типа того. Эти вернулись. Плохо. С этой стороны теперь стоят, ты смотри. Так, мне вообще надо поставить вот так вот. Глухая режим перестрелочки и глухая оборона, никто никого не догоняет. Отлично. Давай теперь сюда, на этих. Двоечка сюда. Троечка сюда. Так, дальний бой. Давай вот на этих.
Вот чё, у них минус, да? Они трусят, убегают и потом снова возвращаются. Вроде у них есть боезапас. Но пока еще по этому великану никто не попал. Вот это мне не нравится. Что никто по нему не попал. Отлично. Ну, когда ж там уже сдохнете-то, ну, в конце-то концов. Давай, все. Они уже больше не вернутся. Так, великана надо мочить. Великана надо мочить. Тут еще целый отряд бежит. Вы там что, цели не видите? Я что-то не могу понять. Давайте, автожиры, бомбовозы. Какой-то же от вас должен быть сегодня толк или нет? Они решили взять нас в кольцо. Ну, мне кажется, вряд ли у них это выйдет. Так, отлично. Одни струсили уже, хорошо. Одни сейчас будут убегать пытаться. Эти вернулись, да ты смотри. Да. Так, ладно, пока не трогать этого великана, давай сюда. Надо добивать тех, кто пытается ускользнуть. Потому что они мне тут всю малину будут портить. Тут вообще сплошное мясо. Так, мои воины бегут. Там еще великан прется. Ну а вы тут что, долго так долбите их, ну? Автожиры, бомбовозы, у вас цель есть. Лететь надо, догонять его, ну? Неужели вы очухались долететь? Тут, конечно, сплошное мясо. Непонятно, кто с кем, кто где. Они-то убегают все, но они возвращаются. Вот что плохо. Это долго будет. Давай сюда, что ли, не знаю. Давай пока сюда поближе летите, а то что-то как-то от вас никакого толка нет. Так, эти возвращаются опять.
Великана придется мочить, потому что он никогда не уйдет. Так, автожиры, бомбовоз, у вас цели есть. Ну, давайте, мочите их. Вроде пока уже перевес пошел в мою сторону, это замечательно. Сейчас этого великана замочим. Останется, в принципе, еще один. Вражеский лорд мертв, замечательно, наконец-то. Так, ну великан, они, получается, дерутся до конца. Они пока не сдохнут, они никуда не убегут. Ну? Где дохлый великан, в конце концов? Что любой великан может вернуться. Великан самая опасная здесь боевая единица. Отлично. Следующий великан. Да, тяжелая будет, затяжная такая битва. Из-за того, что они сваливают, а потом возвращаются. Ну и, скорее всего, будут серьезные потери у нас. Так, ну великан вроде все. Скоро сдохнет. Так, ничего не могу сделать. Давай, долбите, долбите, ну. Все на вражеского лорда. Все на вражеского лорда. Все на вражеского лорда. Все абсолютно на вражеского лорда. Надо лорда замочить, тогда будет все пучком. Но пока у него только вот этот страх, воля, а все остальное. Это какой-то кошмар. Да, все, этот струсил, эти струсили, но они сейчас будут убегать, и я не смогу его догнать. Да. Ну, вроде сейчас пошли жизни уменьшаться. Пошли уменьшаться жизни. Замечательно. Будет здорово, если мы еще одного лорда загасим. А так у него еще пока отрядов 5, которые могут вернуться. Вместе с ними сосчитать. На, получил. Так, все на лорда. Чтобы он никуда не успел смыться, ну?
Оба-на, получил. Но еще пока не сдох. Давайте по-быстренькому. О, мотанули. Куда вы там ломитесь? Всех там покромсали. Все, лорд бежит. Лорд бежит, и мы его никак не можем догнать. Да? Да. Победа, но он у нас успел удрать. Ладно, окончить бой. Ну, отлично. Пирова, кстати, победа почему-то засчитали, но да ладно. Задание выполнено, доспехи Скальдура должен получить. Отлично. Троллеборец. Переводим в режим лагеря. Восполнять потери и нанимать. Нанимаем мстителей. Да, у нас одни эти лучники погибли. Один отряд. Поэтому давайте мы еще вот так вот возьмем и одних долгобородов, тех, у кого больше всего восполнять, пнем. И возьмем еще одних забияк. Все, пока пусть восполняет свои потери. Строить нам нечего. Поехали дальше. Так, небесный диверсант, ремонт авиации. Стоимость найма 100%. Так, это у нас завершено. Нитрат забияки, хорошо. Так, ну что ж, ладненько, дорогие друзья, продолжим уже в следующей серии. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.